вот наступило 8 марта. Иду на работу. Нет, я работаю на себя. Такси. Витя. Вот такая вот красивая погода. Это у меня син впереди идет, тащит канистру для воды. У нас вода дома техническая. Купаться, посуду мыть. Такая болотная, можно сказать. Такая вот погодка, снег идет. Солнце пытается проглядывать. Да, давно такого чуда не видел, чтобы в марте сугробы были. Ветер завывал. Февраль. Самый настоящий. Это хорошо здесь лес. Иначе бы здесь намело бы у меня сугробы. Там вот бобры. Ну сейчас их не видно. Просто говорю, что они там живут. Забыл посмотреть, сколько градусов. На градусов 10. Венок из ветра был. Эта береза тут упала в связи с тем, что здесь дом когда-то стоял. И он сгорел. Вот это я тут пропиливал. Дорогу у меня машина застрявшая была. Настоящая зима. Даже близко не сказать, что весна. Если бы я не проговорил, что 8 марта, да? Можно было бы сказать любой день зимы. А были года, когда уже 8 марта тепло. Уже можно ходить было в теплой. Ой, в этой. В летней одежде. Вот тут вот тоже дом стоял. Но с ним я не знаю, что произошло. Вот. Здесь везде дома стояли. Там, наверное, чуть подальше. Там еще виднеется столбик от забора. Слышно ветер. Целую ночь вот этот ветер. Ночью пришлось. Ночью плохо иногда бывает, сплю. Пришлось печку. Ай, руки мерзнут. Ай, подушка упала.
Пришлось печку затопить. Там ветер. Щелки все равно в доме есть. Выстуживает быстро. Машину. Фу, это дом. Машину говорю. Да. А здесь дачники живут. Сейчас не живут, но приезжают. Вот. Я иду, у меня тут камера болтыхается, потому что под снегом ничего не видно. Надо это было взять. Селфи-дубинку.